Время past simple, прошлое простое, для глагола to be. Вспомним глагол be. Основные значения – это быть, являться кем-то или чем-то и находиться где-либо. В настоящем времени этот глагол имеет три формы. Он изменяется по лицам. Am, is, are. То есть, если предложение, например, «я студент», то в английском никак нам не обойтись без этого глагола. Получается «я есть» или «я являюсь студентом». I am a student. I am. Он, она, оно. He, she, it, is. Мы, вы, они. We, you, they, are. Он студент, она студентка. He, she is a student. Это собака. It is a dog. Во множественном числе вы, они, мы. You, they, we are students. Теперь вернемся к прошлому времени. Посмотрим в таблицу времен, где находится это время. Past – это прошедшее, simple – простое. В этом времени у глагола be всего две формы. С единственным числом это будет was – был, была, было. И со множественным числом were. Были. Главное здесь понять, что в прошлом времени формы глагола be, am, is становятся was для единственного числа. И are превращается в were для множественного числа. Я был студентом, он был студентом. Она была студенткой. I was a student. He was a student. She was a student. Вы были студентами. Они были студентами. Мы были студентами. You were students. They were students. We were students. Короткая история про Чарли. Now Charlie is at work. Сейчас Чарли находится на работе. Is – это настоящее время. At midnight – he wasn't at work. В полночь его не было на работе. Wasn't – это уже прошедшее время с отрицанием. Wasn't – это сокращенный вариант was not. Во множественном числе сокращение будет weren't – were not. He was in bed, he was asleep. Он был в кровати, он был спящий, он спал. Теперь посмотрим на примерах, как глагол be в предложении в настоящем времени будет меняться на прошедшее время. I am tired. Я уставший. I was tired last night. Я был уставшим прошлой ночью. The weather is nice today. Погода сегодня чудесная. The weather was nice yesterday. Погода была чудесной вчера. You are late. Ты опоздала. You were late yesterday. Ты опоздала вчера. Или ты была опоздавшей вчера. They aren't here. Они не здесь. They weren't here last Sunday. Они не были здесь в прошлое воскресенье. Еще раз посмотрим, как спрягается, как меняется глагол be в прошлом времени. С лицами I, я, he, she, он, она, it, оно. Was.
We, you, they, мы, вы, они, were. Отрицание. I, he, she, it was not. Или сокращенно wasn't. We, you, they, мы, вы, они, were not. Или сокращенно weren't. Для того, чтобы сделать вопрос, вспомним правило рапир. She was a student. Она была студенткой. Was и she меняются местами. И получается вопросительное предложение. Was she a student? И не забывайте интонацию. Была ли она студенткой? И теперь таблица вопросов. Was, I, he, she, it. Единственное число и множественное. Were, we, you, they. Is she at home? Она дома. Was she at home yesterday morning? Была ли она дома вчера утром? Where are you? Где ты? Where were you? Где ты был? Why is he angry? Почему он злой? Why was he angry yesterday? Почему он был злой вчера? Last year she was 22. So she is 23 now. В прошлом году ей было 22. Поэтому ей сейчас 23. When I was a child, I was afraid of dogs. Когда я был ребенком, я боялся собак. Обратите внимание, be afraid of. Устойчивое выражение бояться кого-то или чего-то. В прошлом времени was или were afraid of. We were hungry after the journey, but we weren't tired. Мы были голодные после путешествия, проголодались, но мы не были уставшими. The hotel was very comfortable, and it wasn't expensive. А отель был очень комфортабельный, и он не был дорогим. Those shoes are nice. Were they expensive? Те туфли чудесные. Они были дорогими? И короткий ответ. Yes, I, he, she, it was. Yes, we, you, they were. И короткий отрицательный ответ. No, I wasn't. Или no, they weren't. Were you late? No, I wasn't. Ты опоздала? Ты была опоздавшей? Нет. Was Ted at work yesterday? Yes, he was. Был ли Тед на работе вчера? Да, он был. I'm tired. I was tired last night. The weather is good today. The weather was good last week. You're late. You were late yesterday. They aren't here. They weren't here last Sunday. Last year, Rachel was 22. So she's 23 now. When I was a child, I was afraid of dogs. We were hungry after the journey, but we weren't tired. The hotel was comfortable, but it wasn't expensive. Those shoes are nice. Were they expensive? Were you late? No, I wasn't.
Was Ted at work yesterday? Yes, he was. Удачи всем в изучении английского языка. С вами был Альберт Кахновский с сайта English.